Свой день рождения в эту субботу отмечал Богдан Звездецкий. Крепкий, здоровый малыш стал первым ребенком в семье Андрея и Нины. Женщина приехала в приемное отделение накануне поздно вечером, и уже ночью мальчик возвестил о своем появлении на свет громким криком. Роды прошли благополучно. В 0,25 родился мальчик, 3,400, 50 сантиметров. С хорошей оценкой по шкале Абгар, 8-9 баллов. Мы желаем маме и ее малышу здоровья, процветания ее семьи, удачи, благополучия, чтобы все у них сложилось хорошо в этой жизни. Молодые супруги недавно переехали жить из Новороссийска в наш город по месту службы главы семейства. Все 9 месяцев беременности Богдан не доставлял маме много хлопот, как будто чувствовал, что будущие родители занимаются важным вопросом – покупкой и обустройством нового жилья, чтобы окончательно обосноваться в Анапе. А бабушке Богдана обещают часто приезжать в гости и помогать в уходе за новорожденным внуком. Уже в начале следующей недели Нина с малышом будут дома. Ой, волнительно так. Я, конечно, волновалась, изначально волновалась, а потом, когда уже роды начались, я успокоилась, потому что я увидела медперсонал какой хороший. Я вот сразу расслабилась, и встреча была очень радостная. Положили, и он там такой комочек лежит. Повизял у меня. Первенец, сын. Конечно, все очень рады. Папа, мы тебя очень ждем. Давай, приходи и забирай нас. Ирина Меркурьева, Роман Беркалиев, Анапа регион.